Привет, меня зовут Денис Штольц, я барабанщик группы «Данзин Хоп». Я поддерживаю фан-клин, советую вам его поддерживать. Мы тренируемся, я сейчас попробую пожать 120. Миша, жми, Хазен Хокс. Здорово, это Панк Джим, и сегодня я начинаю свою первую подготовку после небольшого отдыха, и это моя первая тяжелая тренировка. Сегодня я буду жать в слинге и проверю свои возможности на данный момент. В идеале, конечно, я хотел бы пожать 130 на 5. Посмотрим, что из этого выйдет. Я обожал 130 вроде как на 4. А теперь включение из Северной столицы, где Олег расскажет о своей подготовке. Всем привет! В эфире снова Питер, Великобританская сила и Союз Пауэрлифтеров России. Сегодня мы будем делать самый бесполезный с точки зрения некоторых кайфеев пауэрлифтинг тренинг. Будем предаваться нашим лёжам медленно и ровно. А также я попробую в многоповторном режиме стоя применить такую гибкую технику двойного подсера. Думаю, что это должно помочь несколько облегчить выполнение этого упражнения. Я уже специально прикинулся по спортивному, по соревновательному даже можно сказать, чтобы потом отослать это видео знающим людям. Сказали мы, правильная техника пойдет ли она в сочет. Смотрим. Ну что, понятно всем. Ну, не знаю, сколько сделал. Мышцы не устали вообще. А вот дышать реально нечего. Хорошо с этим делать, потому что 50 раз я точно так не сделал. Но это факт, что первый подход показал, что очень сильно открывает себя. Сейчас попробую это исправить. Раз у него сегодня техника не для меня. Что я сделал, как я предполагал, больше всего помирает передняя дельта. Ну и грузка начинает, что же. Принимаю на себя основную нагрузку. Еще два подходика. Постараюсь сделать побольше. Второй подходик. Первый 60 раз получилось меньше, чем на минуту, поэтому сейчас буду делать 70 раз. Это уже было тяжело, но сразу чувствуется на самом деле невероятная разница в общих энергозатратах на жим лежа и жим
скажем, вот стоя, сделал 30 повторений и подох. А тут так вот 80, в принципе, нормально. А это уже стоит, конечно. Ну что, вот так прошла тренировочка. Я узнал очень важную для себя вещь. В принципе, надо повторить, мне главное тренировать дыхательную систему, сердечно-сосудистую укреплять, чтобы повысить выносливость. Потому что мышцы